Приветствую, дорогие братья и сестры. У меня работает. Мы снова читаем с вами вот текст, который был прочитан в начале. Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих. Мы будем еще другие тексты читать, но хотелось бы начать свой проповедь именно с этого текста. Это основной текст, на который мы обращаем с вами внимание в эти рождественские дни. Матфея, 1 глава, 23 стих. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит с нами Бог». Аминь. Вот эти слова произнес ангел Иосифу во сне, сразу после того, как Иосиф хотел тайно отпустить Марию, жену свою. Мы об этом читаем в этом же повествовании, немножечко выше. Когда он только узнал, что она беременна. Нам ничего не известно вот о том, говорила ли Мария Иосифу о том, что ей являлся ангел и возвестил ей, что она должна будет родить Мессию, что Бог избрал ее вот, для особого служения, вот, и родить Мессию для всего рода человеческого. Возможно, Мария говорила ему, а может быть и нет. Но из Евангелия нам известно одно, что Иосиф разрабатывал план, чтобы отпустить как-то с миром вот Марию. Он ее очень любил, и вот узнав ее беременность, он хотел отпустить ее как-то, и план он вырабатывал. Свадьбы между Иосифом и Марией не было, они были только обвенчаны, но вот оказалось, что она беременна. И вот ангел является Иосифу во сне и говорит вот эти замечательные слова. «Не бойся принять Марию». И вот этот текст, который мы прочитали, он говорит, что «Дева в чреве примет, родит сына, и нарекут ему имя Иммануил», что значит «с нами Бог». Ангел буквально цитирует пророческое слово, которое записано Исаия 7, глава 14 стих. Исаия говорит прям слово, и ангел цитирует его слова. Там написано: «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Но вот в Евангелии от Матфея ангел дает еще Иосифу и объяснение этого имени. Он говорит: «Эммануил» – это означает, что с нами Бог. Ангел открывает Иосифу, что младенец, которого носит Мария, это не простой младенец, это Бог, он представитель самого Бога. Когда Христос выйдет на служение, Он о себе так и скажет в разговоре с Филиппом. Когда мы читаем Иоанна 14 главу 8 стиха, и Филипп обращается к Нему и говорит: «Господи, вот покажи нам Отца и довольно нам». Посмотрите, что Иисус говорит. Он говорит: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня. Филипп, видевший меня, видел и Отца. Как же ты говоришь, что покажи нам Отца?» Если перефразировать эту фразу, то можно было так сказать: «Филипп, разве ты не знаешь, что мое имя Иммануил, что с нами Бог? Разве ты не знаешь об этом?» И действительно, братья и сестры, только Христа по праву можно было назвать этим удивительным именем Иммануил, потому что только Христос во всей вселенной смог стать представителем Бога здесь на земле. Пришествие Христа – это кульминация Божьего обещания. Господь обещал послать в этот мир Спасителя, который спас бы от грехов людей. И вот пришествие Христа во Христе – это совершилось. И мы дальше будем с вами слышать, если Бог позволит, в следующих проповедях вот, об этой кульминации Рождества. А вот сейчас, в эти дни мы постепенно подходим к этой кульминации, мы говорим об этом, мы размышляем об этом. В наших проповедях мы говорили с вами, слышали 1 декабря о том, что о желании Бога быть с людьми. Бог хочет быть с людьми, захотел быть с людьми. В прошлое воскресенье мы слышали с вами проповеди о первых шагах Бога на пути к обитанию с людьми. Бог делал эти шаги. И вот сегодняшний день мы говорим с вами о созидании народа для обитания среди них. Те, с которыми мы сегодня читаем, записан в Ветхом Завете, это Исход, 19 глава, с 4 по 6 стих. Исход, 19 глава, с 4 по 6 стих. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе.
Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царственным священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Эти слова произнес Господь израильскому народу через Моисея в Синайской пустыне на Синайской горе. 3 месяца спустя, после того, как он вывел их из египетского рабства. Много лет тому назад Бог обещал произвести от Авраама великое потомство и особый народ, с которым у него будут особые отношения, Бог это сделал. Бог сделал удивительное чудо пожилым супругам Аврааму и Саре. Он дал наследника, от которого произвел израильский народ. И вообще, когда мы смотрим на всю историю, начиная от Авраама, начиная с того момента, когда Бог вывел его из Ура Халдейского, вот вся эта история, она наполнена чудесами. Каждый шаг наполнен чудесами. Мы видим с вами, как Господь активно действует для того, чтобы созидать народ себе, через которого Он произведет потом Мессию. Бог исполнил это обещание, которое Он дал некогда в раю Еве, помните, было обещание, что Он пошлет Мессию, и это обещание Он исполнил. Он осуществил свой план, несмотря ни на что. В 4 стихе мы прочитали с вами слова Бога. 3 месяца спустя, как Господь вывел израильский народ, Он обращается к Израилю в Синайской пустыне с горы со словами, Он говорит: «Вы видели, что Я сделал египтянам? Как Я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к Себе». В данном стихе Господь подчеркивает свою суверенность, свою силу в спасении Израиля из египетского рабства. Обращаясь к Израилю, Он говорит им: «Что вы видели? Что вы чувствовали? Вот что произошло с вами буквально недавно?» А произошло следующее, Он напоминает им, что же произошло. Он говорит: «Что Я сделал египтянам?» Все, что произошло там в Египте, это еще было свеже в их умах. Они помнят вот эти 10 египетских казней, которые произошли. Они помнят, как Господь потопил египетское войско во главе с фараоном, как их чудно спас. И Он говорит: «Вы это все видели? Вот что Я сделал с египтянами». И Он говорит: «Я носил вас подобно тому, как орел. Я принес вас к Себе». Израиль действительно все это видел реально. Он все это пережил в своей жизни. Он испытал все это на себе. Это все было не понаслышке. Это все происходило с ними. И Господь на Синайской горе обращается к ним: «Вы все это видели, и Я вам напоминаю, все, что это было, это Моя рука сотворила. Это Я по Своей суверенной воле все это сделал. Вы сами не смогли выбраться оттуда, это Я все сделал». И поэтому Израиль, и Господь обращается через Моисея к Израилю напоминание: «Все это вы видели, что Я сделал с ними». Господь говорит: «Я носил вас как бы на орлиных крыльях». Интересно заметить, почему Господь вот сравнивает вот это событие, когда Он выводил их из египетского рабства, как будто бы носил на орлиных крыльях. Что делает орел, когда подрастает птенец? Он выбрасывает его с гнезда для того, чтобы птенец научился летать. И если вдруг по каким-то причинам птенец не сообразил, что надо лететь, и он падает, не научился летать, не получается у него, орел находится рядом, он подхватывает его, сажает на свою спину и таким образом спасает его от смерти. Орлиные крылья – это сильные крылья. Вообще орел считается самой сильной птицей. Если, например, говорить о венценосном орле, он способен поднять в воздух добычи до 16 килограмм. Это примерно 35 паундов. То есть это в 4 раза больше собственного тела. Орел – это очень сильная птица. Поэтому Господь, Он сравнивает себя как бы с орлиными крыльями. Он говорит израильтянам: «Я носил вас, как орел носит вот на своих крыльях», да, как сравнивать себя с орлом. И Он говорит,
подобно тому, как орел. Когда Господь делает подобные сравнения, Он указывает на свое могущество, Он указывает на свою силу, Он указывает на свою способность делать великое и невероятное. И третью фразу, которую мы прочитали, далее Господь говорит: «Я принес вас к себе». Обратите внимание на то, что Господь созидает народ для обитания среди Него. Он проявляет инициативу по их спасению, Он совершает их спасение своей могущественной рукой. Все, что нужно было сделать Израилю, лишь только послушание. Посмотрите на 19 главу, 5 стих. Он говорит: «Итак, если будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля». Итак, Господь созидает свой народ для того, чтобы обитать среди него. Но в прочитанных словах Он выражает, как мы сказали, определенные условия для того, чтобы Он действительно мог обитать среди Израиля. И здесь условия очень простые. Он говорит, это послушание Его гласу, и второе – соблюдение Его завета. Вот если эти два условия Израиль будет выполнять, слушаться Его гласа и соблюдать завет, который Господь заключал на Синайской горе, вот тогда обитание Господа среди Израиля будет возможно. В 5 стихе Господь говорит об этом: «То будете Моим уделом из всех народов». Что значит «будете Моим уделом»? Что такое удел? Другими словами, удел – это собственность. Далее в 6 стихе Господь объясняет то, что быть собственностью Бога – это не что-то плохое, это не рабство какое-то унизительное, но это огромная привилегия быть уделом Божьим, быть Его собственностью. Посмотрите на 6 стих, что значит быть Божьим уделом, что значит принадлежать Ему. Он говорит: «А вы будете у Меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. Что значит быть царством священников и народом святым? Вот эти два понятия, они неразделимы. Чем занимались священники впоследствии, когда будет организовано служение? Вот впоследствии Господь вывел из египетского рабства, потом будет организовано служение, и для этого Он избрал определенных людей. Какая задача была возложена на этих людей, на священников? Призвание священников – это быть в близком общении с Богом, это быть посредником между Богом и остальными людьми. То есть священники, они совершали посредническое служение. С одной стороны, они провозглашали волю Богу народу, с другой стороны, они предстояли перед Богом за народ, они приносили жертвы перед Богом за грехи народа. Вот на это служение были избраны определенные люди. Слово «святой» в данном контексте он означает «отделенным». То есть священническим служением в израильском народе не каждый мог заниматься, но могли заниматься только определенные люди. Это отделенные люди. И для этого Господь избрал специально отдельное колено. Это колено Левия. Все колена имели свой удел, свою землю, где они могли зарабатывать, где они могли кормить свои семьи, но колено Левия не имело этой части. У них было особое служение. Это действительно было огромной привилегией заниматься только служением. В то же самое время, как остальная часть Израиля, они поддерживали их материально, не только священников, но и их семьи. В 6 стихе Господь, обращаясь ко всему Израилю, говорит им о их предназначении. То есть в более широком смысле весь Израиль должен стать Божьим уделом, Его собственностью. Весь Израиль должен быть святым народом. То есть весь Израиль должен стать царственным священником. Если в самом Израиле для этого служения были избраны отдельное колено Левия, то в большом смысле весь Израиль должен быть как священнический народ, отделенный народ, святой народ, который провозглашал бы волю Божию, через которого придет Мессия для окружающих народов. То есть они должны демонстрировать свои особые отношения с Богом. Но желание Бога быть близко с Израилем наталкивается на одну большую проблему. Это проблема греха. Человеческая греховность не способна вынести Божью святость. Посмотрите, хотя бы вот дальше мы читаем в этой же главе, 19 главе 16 по 20 стих, когда Господь обращается к Израилю и хотел говорить с ними,
Вот, и мы читаем с вами 16 по 20 стих. Там вот посмотрите, самое интересное, что на реакцию Израиля, как он отреагировал на Божью славу, когда Господь сошел на гору Синай и пытался с ними говорить, разговаривать, как вот они отреагировали. Вот это событие записано 16 стиха. «На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горой, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». И в 20 главе мы читаем с 18 по 19 стих. «Весь народ видел грома и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, весь народ отступил, стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Обратите внимание на реакцию людей, на реакцию Израиля, когда они соприкоснулись с Божьей славой, когда они соприкоснулись с Богом, с Его силой, с могуществом. У них появился страх, у них появился трепет, у них появилось волнение, у них появилось желание преклониться перед Богом. Вообще тема поклонения – это интересная тема. Хотелось бы отдельно говорить об этом или услышать об этом. Вот страх Божий, он всегда ведет к поклонению Божию. Почему, если немножечко сказать об этом, задаешься вопросом, почему христиане многие не поклоняются Богу в своей повседневной жизни? Ведь мы говорим, когда поклонение должно быть как частью моей жизни, как образ моей жизни. Поклонение должно быть на работе, поклонение должно быть в семье, в взаимоотношениях с окружающими людьми, с соседями. Когда я еду на машине, я должен поклоняться Богу. Когда я учусь, я поклоняюсь Богу. Вот это одна сторона поклонения. С другой стороны, поклонение как служение. Почему многих христиан не тянет в служение, не тянет на богослужение? Почему многие христиане не хотят поклоняться Богу своими средствами, финансами? Ответ очень простой. Христиане забыли, скорее всего, многие, что такое страх Божий. Христиане забыли, кто такой Бог. Христиане не соприкасаются с живым Богом, они не чувствуют Его, они не знают Его или забыли, позабыли о Нем. То же самое, как израильский народ. То же самое произошло. Посмотрите, сначала они поклоняются, у них страх, у них трепет, они перед Богом. Не прошло и 40 дней. Гора еще дымится, землетрясение еще продолжается от присутствия Бога. Но вот куда-то желание поклоняться пропало. Они тут же выливают себе золотого тельца и говорят: он нас вывел из Египта, нету живого Бога. Кто такой Бог? Мы его не знаем. Моисея не стало, где он там пропал, мы не знаем. Говорят Арону: вылей нам золотого тельца, мы будем ему поклоняться и будем ему служить, он нас вывел из Египта. Где поклонение? Вот мы бываем такие же, братья и сестры, мы вроде соприкасаемся с живым Богом, мы чувствуем Его в жизни, Его работу, мы знаем, мы видим Его благословение в нашей семье, в нашей жизни, видим, что Он благословляет нас, дает здоровье, дает все нам. Ну вот желание поклоняться иногда пропадает у нас. Мы не поклоняемся ни в повседневной жизни, ни в служении церкви. Это нам уже как-то не близко и недорого. Почему? Нету страха Божия. Вот хотелось бы больше об этом говорить в другое время, но вот просто как немножечко касаемся этой темы, потому что видим с вами, что Израиль действительно испугался присутствия Божия. Они начали поклоняться Ему. Вот почему Господь дальше повелевает им построить скинию, вот, чтобы там обитать, чтобы они могли прикасаться к Нему вот, через скинию. Люди из-за своей греховности, они не могут находиться долго в присутствии Бога, даже вообще не могут находиться в присутствии Бога и своей греховности, потому что Божие присутствие, Божья святость показывает на недостатки людей, показывает на их греховность, и человек не способен выносить святость Бога. И об этой скине мы читаем с вами дальше, потом вот, об устройстве скини, как это все должно происходить, как она должна выглядеть. Вот в Исход об этом написано в 25 главе, с 21 стиха. И вот впоследствии, когда израильский народ
вошел в обетованную землю. Господь продолжал с ними присутствовать, продолжал с ними работать. Если на протяжении вот этих 40 лет, когда они шли в обетованную землю, Он присутствовал с ними вот в виде столба огненного ночью, в виде облачного столба днем, вот Он показывал свое присутствие, этот столб находился над скинию, Господь присутствовал рядом с ними, был с ними, то в обетованной земле Он присутствовал уже в храме Соломоновом, продолжал с ними работу и продолжал свое присутствие среди них. Вот почему далее в этой главе и дальше Господь и Израиль заключают завет. Господь со своей стороны обещает находиться среди Израиля. Он обещает заботиться о них. Он обещает их охранять, благословлять, защищать. Они, в свою очередь, должны быть верными и должны следовать Его заповедям. После того, как Господь дал Израилю закону, постановлению, посмотрите, народ сказал, 24 глава, Исход, 3 стих, «И когда Моисей пересказал народу все слова Господни и законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали все, что сказал Господь, сделаем». Но не так было, как мы знаем из Священного Писания. Сказать-то не сказали. Завет заключился, Господь своей страны пообещал сделать, и Он свое слово сдержал, и Он продолжает заботиться о них, как о народе. Он обещал, Он это делал, но они не выполнили своего обещания, не прошло и 40 дней. Итак, на протяжении всей истории Израиль, мы видим с вами, постоянно противился Богу, он постоянно огорчал Его своей неверностью. И какой же вывод можно сделать из вышесказанного, из прочитанного? Бог созидает народ для того, чтобы поселиться среди них. Это первый вывод. Второй вывод. Бог созидает народ только по своей благодати. Израиль ничего не сделал особого такого, чтобы расположить Бога к себе, такого что-то интересного. Но с точностью наоборот. Они огорчали и предавали своего Бога на протяжении всей истории, начиная там, с египетской земли. Когда Моисей пытался вывести, они еще его ругали за то, что вот он ходит к фараону и разговаривает с ним, а фараон налагает на них еще больше бремя, да, заставляет работать. Они там противились, вот, начиная с египетской земли и на протяжении... И потом, когда к морю подошли, да, опять противиться начали, возмущаться начали, роптать на Бога, на Моисея, зачем нас вывел, зачем вот здесь перед нами море, и начали роптать. И так на протяжении всей истории. Вот почему нам нужен Христос. Вот почему Христос пришел в этот мир, для того, чтобы стать посредником между Богом и человеком. Поскольку человек не может находиться в присутствии Бога, и вот эта история нам показывает, что Израиль не мог находиться, и говорят Моисею, иди ты разговаривай, мы не можем слышать Бога, нам страшно, мы боимся. Вот почему пришел Христос, чтобы сделаться настоящим посредником между Богом и человеком. Он является ходатаем между людьми и Богом. Он ходатайствует за нас. Давайте мы теперь на основании вышесказанного поговорим теперь о нас с вами. Несколько истин оставим сегодня для себя. Я хотел бы обратить вот на 7 истин, и чтобы мы их запомнили, взяли для себя. Здесь, в этой истории, в этих текстах мы можем найти гораздо больше истин. Вот мне показалось, что вот эти 7 истин, они очень важны. Первая истина – будем помнить, что с нами Бог в лице Иисуса Христа. Когда мы читаем с вами слова ангела, нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Эти слова, они относятся не только к Израилю, но ко всему человечеству. Почему? Потому что Христос пришел для всех людей. Обратите внимание на Луки 2:10, там мы читаем, еще будут читать, рождественские дни продолжаются. Там ангел явился пастухам и говорит следующие слова. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет Израилю». Нет. Не только Израилю, который будет всем людям. Мессия придет для всех. Эта радость будет для всех людей. Или, например, когда мы читаем Иоанна 3 глава 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир». Здесь не сказано, что «Ибо так возлюбил Бог Израиля, что отдал Сына Своего Единородного». Но чтобы всякий, не израильтянин, но всякий человек, живущий на планете,
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир. Это нас с вами, включая. Есть еще много других текстов в Священном Писании, которые говорят нам о том, что Мессия пришел на землю и взял грех всего мира, и не только израильского народа. Вот поэтому мы говорим с уверенностью, что слова ангела «С нами Бог Иммануил» в Иисусе Христе относятся не только к Израилю, но и к нам с вами. Осознавая это, воздадим, давайте сегодня Ему славу, честь и поклонение в своих молитвах, в своих песнях, в своем поведении, что Бог посылает нам свою помощь, Бог контролирует нашу жизнь, Бог заботится о нас. И самое главное, Он позаботился о нашем спасении. Это первая истина. Будем помнить, что с нами Бог. Во-вторых, Бог верен своим обещаниям, обещая еще в Едемском саду решить проблему греха. Он послал в грешный мир безгрешного своего Сына, который взял на себя грех твой и мой. Христос и есть исполнение Божьего обетования. Он и есть с нами Бог. Третья истина. Благодаря Христу Бог Израиля стал и нашим Богом. Он не чужой нам. Теперь все благословения, которые Бог обещал дать Израилю, они распространяются и на нас с вами. И мы с вами стали вот получателями этого благословения. Как Бог спас Израиль от египетского рабства. В прямом смысле. Бог силен спасти сегодня каждого человека в прямом смысле от любого рабства и насилия. И в переносном смысле. Может быть, кто-то сегодня из вас испытывает насилие на работе, в школе, в семье. Над вами смеются, издеваются, шутят, может быть, даже побивают. Обратитесь сегодня к Богу за помощью. Он даст вам свою защиту, избавит вас, как Он избавил Израиль от рабства и от насилия, избавил своей чудной рукой. То же самое и вам сегодня Он готов помочь. Может быть, вы находитесь в духовном рабстве. Дьявол вас скопал своими цепями. Вы во грехе, вы не можете ничего сделать, чтобы избавиться от этого. Может быть, у вас какая-то зависимость или привязанность какая-то, и вы ничего не можете сделать с собой. Помните, что Бог силен вас спасти через Христа. Когда мы читаем Луки 4 глава 16 стиха, и когда он пришел в Назарет, где он был воспитан, и когда он зашел в синагогу, ему дали текст Священного Писания, он раскрыл книгу, где было написано, 18 стих, «Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Позвольте задать вопрос на основании данного текста. Кто дает духовное исцеление? Кто дает освобождение? Кто дает слепым прозрение? Кто дает измученным свободу? Есть только одна личность во Вселенной. Это Иисус Христос. Четвертая истина. Точно так же, как Господь нес Израиль на своих могучих крыльях, подобно орлу, даруя им спасение. Точно так же сегодня нас, уверовавших в Его Сына, в Иисуса Христа, Он пронесет нас через любые испытания. Он пронесет нас через любые беды. Он пошлет нам свою помощь и защиту. Он держит нас в своей крепкой руке, и мы в безопасности. Пятая истина, которую мы берем для себя из вышесказанного, точно так же, как Бог сказал Израилю, «Я принес вас к себе», точно так же и нас. Он доведет нас до небесной отчизны, если мы послушны Ему, если мы послушны Слову Его. Господь это хочет сделать. Израиль сам не способен был вырваться из египетского рабства, как мы уже сказали. Так же и мы не способны своими собственными усилиями заработать себе спасение. Заработать спасение невозможно. Спасение может быть только подарено по благодати. Точно так же, как Израиль был спасен, исключительно по Божьей благодати. Точно так же и мы сегодня получаем спасение только по благодати. Шестая истина. Точно так же, как израильтянам, Бог установил условия для обитания среди них.
Точно так же и сегодня для верующих есть определенные условия для того, чтобы Господь обитал среди них. Условие это очень простое. Будь послушен Его Слову. Иногда верующие, знаете, хотят жить по своим правилам. С одной стороны, они желают, чтобы Бог их благословлял, чтобы Бог обитал среди них, чтобы Бог присутствовал в их жизни, участвовал в их жизни, чтобы посылал свое благословение, чтобы Бог посылал свою защиту, свою помощь, здоровье и все остальное. Но вот быть послушным Его Слову как-то не особо-то спешат. Но послушание Его Слову – это залог Божьего благословения. Последняя истина. Точно так же, как израильтян, для израильтян было привилегией быть Божьим уделом и Его собственностью, точно так же сегодня для любого христианина быть Божьим уделом – это не какое-то рабство, но огромное-огромное привилегие. И действительно, братья и сестры, для нас огромная радость и счастье быть народом Божьим, быть Божьей семьей. Для нас это привилегия быть в Его доме, находясь под Его защитой, находясь под Его благословением. Сейчас мы с вами будем молиться. Давайте вместе поблагодарим Господа за великие благословения, которые Он дал нам в Иисусе Христе. Мы можем благодарить Его и должны благодарить за Его благодать. Благодарить будем за Его спасение, за Его защиту, за Его помощь, за Его верность, за Его прощение. Может быть, сегодня среди нас кто-то находится, кто не имеет всего этого. Вы не чувствуете себя Божьей семьей, вы не чувствуете себя прощенными. Вы находитесь в тревоге, вы находитесь в борьбе, грех вас измотал, измучил. Нету смысла в вашей жизни никакой. Сегодня и для вас слово. Христос – решение вашей проблемы духовной. Он Иммануил, а значит, с нами Бог. Давайте придем к Нему в молитве. Аминь.